Ювелирный салон в центре. Владелец Джулия Камачо. Бизнес остался от родителей. Они погибли при ограблении. С тех пор магазин соединен с домом. Они живут наверху. Вот твой объект. Зовут Микель Гомес. Из обедневших аристократов. Переехал к ней, собираются пожениться. Они должны просто открыть тебе дверь. Тогда мы сможем попасть в салон. С парнем из доставки говорил? Да, как обычно. Все разузнаем сначала. Что-то не так. Что же? А то, одно дело ограбить квартиру, другое ювелирный салон. Если что-то пойдет не так, мы в западне. Да все получится. Нам надо запастись деньгами для Лиссабона. Нам копы уже в затылок дышат. Не пора ли остановиться? Поделим то, что есть, и исчезнем. В Лиссабоне я выиграю миллион. Сначала выиграть надо. Ты меня знаешь.